уважаемые смотрители, пришлите Максу ноутбук. Салфетки. Спасибо твоему Антону Панченко, что он... Потому что там угрожает опасность. Если ты уйдешь, ты поставишь всех нас, ты понимаешь? Конечно, во-вторых, потому что мы боремся за наследство. Давайте, сейчас я кое-что скажу. О, Господи. А, ну ты давай руку давай. Это что? Ты что, издеваешься, что ли? Да как это? Лия! Продукты. У вас там туннель, что ли, какой-то подкоп или что? Я не понимаю. Ну-ка я проверю, ребят, это что-то не то. Я выхожу в дверь. С неблагородными мыслями. А, это давай. Не может быть просто. Ну-ка. Прикинь, вот она. Да ну нахрен, ребят, это что такое? Я не может быть. Да подожди, ты идешь, и что потом? Я выхожу. Так. Я не знаю как, я выхожу. Закрывай. Реально, слышь? Ни хрена себе! Оружие, да, короче, типа делаешь портал и у него получается второй портал, да? То есть получается ты в этот портал забегаешь и из второго выбегаешь. Но это игры реальности. Не понимаешь ты? Ну так. Какие игры? Какой реальности? Где вы живете, существуете, это все игры реальности. Что, непонятно что ли? Слушайте, это же точно как в игре Sims. Отойдите-ка, окорок свиной, буженина, колбаса, шпик! Милан, дух это вы настраиваете нас, да? Настрой какой у вас. Какой у вас сегодня настрой, такой дух. Правильно я понимаю? Следили сразу же следили, получается, они. Почему? Ну а как? Кто это делал? Вот тебе, пожалуйста, вот они. Вот эти двое. И как они это снимали? Объясни мне, с каких сторон? Кто это делал? Ну, то есть не хочу быть все время там в игре, да, вот, допустим. Хочу краски жизни внести, да, то есть хочу почувствовать запах, да, то есть жизни, листьев, да, вот этих. Молодец, да. Это очень мудрое. Очень сложно выразить искренние чувства, потому что она не привыкла жить в искренней обстановке. Поэтому мы избранные, и поэтому нам дали возможность общаться со всем миром. То есть получается, что через нас, через эти задания мы будем видеть, как живет мир, что в их головах. Они хотят посмотреть, что с нами делают слава, что с нами сделают деньги. Плюс ко всему, они могут нами управлять, и любой человек, который туда зайдет, может это сделать. Вместе. На вас всегда смотрит весь мир, независимо от этих камер.